сразу це я не знаю. Чим займається? Ми з самого початку війни допомагаємо людям, які більше всього від неї пострадали. У яких розрушені дома, там є багато діток. Є були люди, які голодали, тому що не отримали ніяких пособий, взагалі совершенно нічого. Вот. І вот ми з моїми подружками втроем вирішили, що все-таки ми повинні щось зробити для нашого міста. Вот робимо вже півтора года. Вот і з кожним днем все більше і більше людей появляється, які нуждаються в нашій допомогі. Раніше їздили тільки в Донецьк, ну, по Донецьку допомагали, а зараз вже приїхали в Дебальцево. Это город вообще побит так, как не побит даже Донецк. Разрушено практически все, как вы видите. Да. Вот. И люди живут в этих условиях. А кроме нас, наверное, никто не поможет. А из Италии включается несколько помощи? Да, появились у нас друзья в Италии замечательные. Оксана, они нам посылают вещи. Мы их тоже раздаем, то есть у многих людей разбило дома, ну, полностью не осталось ни вещей, ни постельного белья, ну, элементарного нет. Поэтому эта помощь очень нам кстати, и люди безумно благодарны за все. Спасибо за все. Спасибо вам. Так, есть пакетик еще? Здесь ваш куда, да. Здесь ваш куда? Давайте ваш пакетик, потому что у нас не хватает. Да. Вид, позови девчата. Ира сидит в нашем кабинете. Ира. Сейчас вам вызову такси. Сейчас, надо будет играть. Не закрывай, нам еще надо. Внутри набора работает. А что там? Еще... Сереж, ты будешь подъехать к администрации? Такси надо, срочно. Значит, даже же мне одни яйца. Заходите сюда. Заходите, там детей есть. Мама дома, ребята. Здравствуйте. А вы бабушка детей, да? Да. Привет. Они начали штукатурить, и оно, короче, все опять на голову попадало. Но вы уголь купили, да? Да, но помощь вы не купили. Я мне выделили деньги. Она купили уголь. А запас... Да уже давно купили. Утопления нету? Что? Утопление. Это утопление, печка. Уголь покупаем. Печка, уголь. Так, сейчас я чуть вещей вам посмотрим. Ой, батя. Девочки, вы только снегурочки. Это не все, сейчас мы посмотрим по размерам. Так, возьмите, тут еще мясо есть. О, господи, да это вообще им... Какой размер у малого? Офиг его, за... У девы 24. В принципе, девочки, какой налезет? Вот, 26 есть. В принципе, какой налезет? Под носочки. Какой налезет? Потому что много одежды когда было. Пока то, что пока уезжали. Да, понимаешь. Оно... Все равно девочки. А ну давай я с девочками туда пройду в ту комнату. Белая душа, кому нужна? Девочка. Колготки подходят. У меня для беременных как раз. Резинка пойдет. Это все надо будет подфоткать. Да, сейчас давай тогда разложу, потому что у меня здесь. Ну там сейчас мы еще что-то куда-то. Да, там еще есть чуть-чуть. И обувь тут совсем маленькая осталась. Тут детские покрывала есть. Можно я посмотрю? Да, сразу смотрите, здесь у нас продуктовый набор, здесь моющие средства. Гигиенические. Как вас зовут? Лена. Как? Лена. Лена, как отчество? Петрова.
Лена Петровна, он яйца вам, хлеб. Да, спасибо вам большое. Извините. Да ну за что? Это вы извините. Что? Пеночка, распишитесь у меня, пожалуйста.